поймали как-то долговцы свободовца Растамана. Решили, что надо его потрясти, где чего у свободы спрятано. А он, значит, ни в какую не колется, пока не приперло его покурить. «Дайте, — говорит, — пыхнуть, я вам все выложу». Ну, долговцы вернули ему запас. Он косяк забил, раскурил, сидит, кайфует. Ну, спрашивают, где? А он в непонятках. «Так это, ребята, вы чего, сами не видите? У вас артефакты прямо под ногами валяются. О, блин, а теперь и небо пошло в алмазах. Офигеть!» Посмешнее, нет ничего в запасе. Приветствую, дорогой товарищ на роли Game Online. Это Росси, и я предлагаю тебе подписаться на мой новый телеграм-канал, в котором будут освещаться новости по киноиндустрии и по видеоиграм. Добро пожаловать в семью и приятного просмотра. Итак, продолжаем с вами играть в Сталкер. День Чернобыля. Спасибо, ребятки, за комментарий. Спасибо за подсказку. Ну, какой-то, я не знаю, или глюк какой-то на ютубе случился, или что. Я вижу, что комментарии как бы есть, но открыть я их не могу и прочитать их не могу. Единственное, что я понял с подсказки, чтобы достать артефакт, вот тут нужно в него пострелять, чтобы он куда-то закатился, а вот дальше не смог прочитать. К сожалению, какой-то вот глюк, короче, с ютубом произошел. Ну ничего, думаю, попробуем и так. Так, уберем, короче, наверное, этот бинокль. Он мне нравится. Так, возвращаемся, это у нас АТП. Ух ты, враг, где-то здесь прям. Не понял, кто. Где? В здании, что ли? Перестрелка вроде как идет. Или мне кажется. Походу, наших тут всех перехерячили, бы там так трупов много не было. Но тут наши пацаны сидели возле костра. О, бандит уже сидит. Сейчас я тебя сбацаю. Тебе за пацанов. Ага. Да умри, блин. Готов. Блин, пацанов жалко. Да, всех покрошили. Ладно, ребята, вам это уже не надо, а я, пожалуй, заберу. Ну и бандитов я вижу, они немножко тоже покрошили. Что там? Ой, ой-ой. Что там рассказываю, сбацал? Все, у меня, наверное, скоро место, я уже скоро буду ходить, как этот перегруженный какой-то осел. Пистолет упал. Кто-то ходит. Блядь, этот гром уже, блядь, задолбал. Че, знаете, когда в наушниках сидит? Откровенно, блядь, непонятно. Ладно, все, валим отсюда. Аномалия. Уже устал он бежать. Как-то быстро он сдался. Так, в принципе, я хотел пойти к Сидоровцу, продать все это. Там кочуют стадо этих. И кордон. Нет, мне кордон надо. Ну правильно, вот это туда, в деревню. Нормальный такой ход. Так подожди, давай же разбираться куда-то. Блять, в аномалию меня заводит, падла такое. Я не понял, вы что, хотите меня тут что ли этот? Нет, жалко. Патронов на них жалко.
кабаны еще. Я считаю против кабанов. Ты, падла, прям здесь было. Кто-то валит с автомата нормально так. Поможем ему. Сразу видно, что человек не жалеет патронов. Вон еще кабан. Надо добивать его, что ты вот пускаешь. Интересно, я достаю своими выстрелами так далеко или нет? Наверное, нет. Ясно. Погнали, Сидоровичу. Сильно я гонять не могу, наверное, потому что я перегружен, да? А, либо не зависит, слишком большой вес, начинает приуставать. Надо побыстрее скидывать с себя лишний вес. Это я имею в виду не худеть, а... Не поняли, о чем я. Так, ладно, заходим в деревню, выбираем, короче, тогда, чтобы они не нервничали, пацанчики. Шалом православный. Вот такая вот история. Это кипитка. Шалаш одинокого индейца. Что у нас там обновилась? Справка. Локация свалка. Животным. Это кабан, плоть. Ворона. Армия. С армией мы уже познакомились. Обучение. Усталость. Обучение усталости. В общем, патронов мне надо на автомат поболее. Ну, привет. Здорово. Торговать. Ты, что тут у тебя? Ух ты, у тебя есть этот. Гадюка 5. А что почем? Так точность. Повреждение. Но скорострельность у меня будет это, но точность побольше. Не буду я свой отдавать. Вот это я тебе отдам. Блять, за автомат 162 рубля? Ты что? Вообще что ли? Так, обрез. Вот этот похуже. Его спихнем. Это мне не надо. Так, что-то пистолет. Этот такой. Вот этот похуже. Туда его. Это что? Ух ты! Экспериментальный, нифига себе. Так, точно, удобность повреждения. Он чуть-чуть лучше, чем у меня. Так, это нам тоже, короче, не надо. Я туда. Я пистолетов набрал, можно целую армию сталкеров вооружить. Гранату я, конечно, продавать не буду. Так, на 1700 почти. Что тут у тебя есть интересное? 60 тысяч, да, у меня 3 пока мне это не по карману. Меня интересует
этот. Патроны. 9.19. Вот, патроны 5.45 на 39 миллиметров. АКМ, АКМСУ. Есть у тебя такие? Я, блядь, только дробь. Патроны 9x9 баллистических из пистолетов ПМ. Базовый патрон. Короче, херня у тебя, Сидорович. Херня. Колбасы хоть наберу, блядь, с хлебом. А что аптечка стоит? 300 рублей, да? Давай еще аптечек возьмем. Что это? Бинтов возьмем. Так, хлеба. А не, подожди, промахнулся хлеба. Так. И это что у нас? Радость туриста, консервы. Тут 200, да, раз, давай. Это что? Антирадиационный препарат. У меня есть такой? Нема. Может такой купить? Этих 150 рублей. Короче, еще что-то на 100 рублей надо кто взять. Блять, у этого Сидорища жена ничего 100 рублей не строит. Ну вот дробь. А что у меня там по дроби? 33 патрона. Еще пистолетов ему можно вот таких продать. Парочку. И вот этот. Окей, какой из этих калашей лучше? Этот калаш туда еще пихнем. Итого у нас уже на 500 рублей. Возьму себе одну, наверное. Ладно, консерву выложу. Все, давайте. Неплохо. Хороший товар. Херня это все. На постном масле. Радиация минус 10, кровотечение плюс 100. Хорошо. Ну, будет еще, заходи. Да. Я думал, что можно спиздить у тебя здесь. Пидорович, Пидорович. Так, ладно, пошли отсюда. Это пенек, я, блядь, выслался, что только бан здесь стоит. Вы знаете, тут можно просто подойти и поставить, послушать музыку. Как-то не цепляет. Классно, правда. Жрать как. Так, все, пошли помогать лису. Солдат, не спать. А как мы на спорте? Бросаем. А кабаны бросаются на амбразуру. Прям в центр аномалий. О, гитара где-то играет. Севка Чапай, ты порядочный человек такой, вижу. Доброго дня, Егорка Сурок. Понятно, на свалку нельзя идти, потому что там куча бандюков. Так, ладно, пошли помогать лису. Все-таки нуждается в нашей помощи. А прежде чем он нуждается в нашей помощи, я хочу все-таки пострелять по тому артефакту. Если вы не против, ребятки. Там. Что-то я не могу понять, я по нему попадаю или нет.
Вообще, мне кажется, он на месте стоит. Так, там где-то стрельба. Бля, чуть в аномалию не забежал. Наверное, здесь, с этой стороны. Бля, что там, братуха, помочь? Братан. Нет, так не пойдет. Давай. Хорошо. Без оружия. Без оружия. Боря Комар, ты что тут? Кусочничаю, вот на хлеб насущно собираю. В саму зону идти мне стрёмно, но его нафиг. А дома работы не жена пилит. Жить как-то надо. Тут на свалке, если походить денёк, можно по мелочи артефактов разных собирать. В принципе, на поесть, попить нормально хватает. Понятно. Даже не знаю, как вот, чтобы могло мной побудить, что, к примеру, там какие-то проблемы с женой, жена дома пилит, взять, поехать, блядь, в Чернобыль, сталкерить, стрелять, убивать, помирать, в радиацию лазить. Ну, как-то такое себе. А что, я тебе автомат не забирал? Не парь. Не понял, где мой тут автомат. Ну, вот этот получше будет, его оденем. Да? Так, ладно, погнали. Мы сильно задержались, там мы же лису можем и не успеть помочь, наверное. Хотя, я думаю, это все бред. Мы в любом случае ему поможем. Но, прежде чем туда лезть, что мы сделаем? Правильно. Мы посмотрим у бинокль. Интересно, то свои, не свои. Но вообще не туда. Сверчки резко в поле появились, да? Ладно, давайте, была не была. Погнали. Эй, кто-нибудь? Бог ты мой, ты живой, братуха. Скорее аптечку. Помогите! Держи. Ну бежит себе собака, пусть бежит. Первое задание выполнено. Так кто на тебя нападал-то? Собаки, что ли? Ты собака обосрался? Вот так вот с ними надо. Шарик. Ты. Ну ладно, спасибо. А, понятненько. Ран, Вася, ран. Разбирайся сам. Держись, братуха. Поможем, чем сможем. Лис, брат. Плохо дело. Плохо дело, лис. Нормально ты был хлопец, наверное. С двумя обрезами чуть-чуть, блядь. Чак Норрис, что ли? Не помогли тебе твои обрезы. Тварей каких-то за собой притащил, блядь. Обычных собак, даже не интересно. Ладно, тут надо залутаться в любом случае. Не разбивается, а это... О, разбивается, но здесь ничего нет. Печально. Кто-то там так валит этих псов жестко. Ну что ты плачешь? Ну не плачь. Видишь? Все. И не плачешь теперь. Это вам за лиса. Сволочи, я вас всех убивать буду. Хотя у меня был никто из-за этого никак. Главное, что я информацию-то узнал. Но в жопу я вам постреляю. Так, надо где-то отойти на безопасное место и почитать бортовой свой журнал, так сказать. А что это? Вас что, не чипировали, что ли? Ничего, у вас так до хрена. Так, ладушки пошли. Там были какие-то разборки, сейчас мы туда тоже пойдем. Вроде собаки отстали. Ветер начинается непонятный. Отойдем, пожалуй. Сюда к вагонам. Волки воют.
Волки воют и под расстрельную топю быстро ямы роют. Так. Что-то вроде не понял. Лис. Серый сидит в ангаре на свалке. Он знает о селке больше. Надо, короче, идти на свалку, да? Закрыл документы военные. Надеюсь, что свалка-то далеко. Ну да. Свалка. И агропром. А до свалки тут есть где-то еще пошляться? Свалка. Вот переход на свалку, да? Ладно, прежде чем пойдем на свалку, мы сейчас заглянем к тем ребятам, которые были слева. Что такое бан? Да, бан. Что там? А, я туда смотрю. Какую-то тварь завалили. Нормально, ребята, они нормально валят, надо пойти посмотреть, кто это. Мы все свои, значит, чинчинарем, как бы, от нашего стола вашему столу. А если нет, тогда будут маслину не ловить. А, свой. И это был свой. Что ж ты, бродяга? Так. Аккуратно. Привет. Лёшка ржавый. Слушай сюда, увидишь тоннель, не ходи в него. Говорю сразу, а то не каждому ума хватает, в самую жопу не лезть. Тебя туда даже не вынесут потом, кусочками на снег останешься. Это же зона, понял? Лёха, что ты еще можешь рассказать? Ой, не знаю, понятно, кусочек еще, это тоже знам. Хорошо, с тобой ясно, Лёха. Внимание! Что такое? Что? Понял тебя, Лёха. Оружие убрал. Слышь, я тебя прикрыл. Ничего так? Вот тут этого животного непонятного. Отношения нет, правда? Куда глядеть? Что-то мне не нравится эти фермы. Вон там трупик лежит, надо его посмотреть. Трупик посмотреть можно. Чирик-чирик-чирик. Забрать. Это я сейчас понаходил кучу разного этого, скажите мне. А, так он с одного выстрела валится. Вообще фигня тогда. Я понаходил кучу разных схронов на карте, поотмечал. Надо сейчас их пойти поискать. Сейчас еще надо вот этот ангар зайти. Вот, а этот не с первого раза упал. А он может целый. Вали его сам. Там будешь сейчас кричать, оружие убери. Правильно. Так, что тут? Это хорошо. Время. Вес. Еще 3 килограмма. Что-то можем взять, да? Патрончики у нас тут везде полные. Это хорошо. Так, изучим карту. Где тут что спрятано? Сначала по журналу посмотрим. Найденное КПК. КПК лиса. Серый лис. Один знакомый попросил встретить группу сталкеров, раскопавших тайник стрелка. Тайник. Я буду на свалке, если что, подходи. Понятно. Тут какая-то странная аномалия. Похоже, что она передвигается. Нет, интересно, неинтересно, неинтересно. Личные заметки. Кто я встречу с лисом? С лисом есть две новости. Одна плохая. О стрелке он знает мало. Другая хорошая. Получил информацию, что его брат серым плечом знает и больше. Понятно, принцип хомяк. Торговец не подвел. Я ему благодарен. Дал в руки нить в плане поиска стрелка. А именно наводку на Сидорович. Думаю, что он знает стрелка. Ясно. Хорошо. Вернемся к нашим пугам. Это кто? Это что? Крест у лагеря бандюков. У лагеря бандитов под крестом я спрятал хабар. Раз хабар. Рюкзак возле деревни. Далеко от лагеря мечков зиму как-то стал. Это два хабар. Где еще хабары тут? Что-то интересное есть. Может, это на этой стороне? Так, ничего. Ладно, отправимся сейчас туда, куда на этим крестом. Опа. А кто там? Кто там? Бандит. Ах ты. Козлинушка. Как мы его размотали.
Оп. Информация о схроне. Удобное место. Сейчас почитаем. Журнал. Это она не добавляет. А, вот. Что, по мне стреляет? Братуха, ты куда побежал, брат? Понял. Я тебя понял. Ой, бля, маслину поймал. Похоже. Блядь, листик мешает целиться. Листики нынче такие листики. Прикрой, братуха. Иду на штурм. Раш, блядь, по Бена. Блядь, 12 патронов осталось. И пало ваших бандитов, короче. О, надо того валить, он с этим, с автоматом. С него патроны дропнут. Его патроны мои. 15 патронов. Где-то песик, песик, песик. Ты любишь собак? Песиков любишь? Я тут как пистолет подобрал. Это мне тоже нахер не надо. Потому что я всадил кучу, блядь, патронов этих бандитов бестолковых. По-другому же их не назовешь, этих бандитов. Блять, у меня же перевес такой сильный. Там вот это, блин, не могу это выкинуть. Всадил, блять. У бандитов патроны с автоматом. Я просто рассчитывал, ребятки, что я у Сидоровича смогу их купить. Видите, как у него херня получилась. Их нет у него. Так, что там, братан? Тебя это уже не надо. Мне теперь измена, что за мной прогонится. А нет, это не измена. Оп. Ран. Оп. Кто там? Где? Я из этих непостриженной травы их бывает не вижу. Так, все, идите лесом тоже. Так. Я тут где-то, когда бежал на эти разборки, я где-то видел тут труп сталкера. Или мне показалось, что это был сталкер, бандит. Забираем. А вот это не бандит. Это Гоша Лютый. Опытный, кстати, был. Гоша. Что ж ты, Гоша, сдал назад? Надо что-то с обрезами этими придумать. Какой из них тут самый лучший? Когда это будет самый лучший, этот скинем. Так, что тут у нас по справочке зашло? Локация, застава. Своего рода предбанник зоны. Первое место, куда попадают новички. Обживаясь понемногу. В погребе за деревенькой возле армейского блокпоста обитает торговец, с ним полезно потолковать. Соваться на блокпост и попадаться на глаза солдатам не резон. У них приказ стрелять без предупреждения. С другой стороны, некоторые за деньги готовы мгновенно подобреть. Особенно, если рядом нет начальства. Убивать солдат очень не рекомендуется. Разве только в случае прямой угрозы для жизни. История зоны. Зона отчуждения осветилась ярчайшим, почти нестерпенным светом. И было видно, как на небе начинает испаряться облака. После мгновения полной тишины пришел грохот и землетрясение. Люди падали на землю, зажимая глаза и уши. Кто мог, тот бежал, спасая свою жизнь. Со стороны это выглядело так, как будто все похороненное под саркофагом ядерное топливо разом взлетело на воздух. Через сутки правительственные войска уже полностью оцепили новую зону. С помощью спутников удалось выяснить, что эпицентр взрыва находился не у блоков самой АЭС, а в километрах от них. Считается, что весь персонал станции погиб сразу же, однако внутри кольца оцепления осталось много других людей.
Организовать спасательные операции не представлялось возможным, поскольку отряды людей и техники, посланные через пораженные территории, почти сразу же погибали. Через некоторое время после аварии диаметр зоны скачкообразно вырос на несколько километров. Большая часть правительственных войск, охранявшая периметр, находившихся там научных лабораторий, мгновенно погибли. Началась паника. Жители окрестных сел и городов были в спешке эвакуированы или бежали сами. Над миром нависла опасность, о размерах которых до сих пор можно только гадать. 2008 год. 13 апреля. Так, ладно, тут я уже был, да? А тебя я выскивал? Нет. Костик Гриф тоже опытный. Ребята, что ж такое, вы опытные и так вот не за хер собачий. Именно собачьи производством собаки погибли. Как-то так. Как-то так. Что там по журналу? Истории. Информация о схроне. Электрощиток с тайником. Удобное место. Крест у лагеря бандюков. Ящик на блокпосте. Оставленный рюкзак. Так, хорошо. Значит, по идее, где-то что-то новое появилось у меня. Я так думаю. Но это вы меня ведете на свалку. Я пока на свалку не хочу. Или все же надо. Карта зоны. Я пока на свалку не хочу. Я хочу... Во. Удобное место. Вот. Это на чердаке тайничок. У нас там, значит, будет. Рюкзак возле деревни. И крест. Так. Отправляемся к кресту. И потом на этом, наверное, сегодня уже закончим. Отправляемся пока к кресту. Глянем, что там. В общем, я, ребята, расстроен. YouTube не дает комментарии писать. Мне таких часто пишут. А тут еще написали по делу подсказками там всякими. Я не могу их прочитать. Вот. Автомат. Патронов нема на автомат. Вот это плохо. Придется опять эти военных убивать. Что я там правильно бегу? Да, да. Видишь, там на горе возвышается крест, а он и крест. И волки воют. И опять же под расстрельную статью ямы быстро роют. Чуть-чуть. Еще крест. А, выскательный код. Медуза. Ну, блять, хрень какая-то. Это такой тайник. Как с меня, блять, этот. Кто там стреляет? Или мне кажется? Нормально, вижу. Вроде сталкер. Не бандиты. Пойдем, растолки, пойдем потолкуем с ними. Теперь нам расскажут интересно. Чего, кабанчика залутали? Залутали. Я не сомневался. А вот этого нет. Не залутали. Я заберу копытка. И пригодится. Так, чё? Ты кто? Ты чё пустой? Тоже что ли с этими гавриками под мостом встретился? Вот ведь суки. Вот такое знает кто? Один сталкер другому говорит. На днях вот к долгу заходил, на огонек. И как? Ну как, должен остался, а потом к свободе заглянул. Ну и что? А мне там говорят, мужик свободен. Блин, так не смешно же. Вот ведь как грустно все выходит. Понятно. Короче, они все рассказывают, что их типа на КПП обчистили, не дали им пройти. Такое, что-то меня никто не отчислил, я просто взял их, ну, правда, как крыса, как учитель Сплинтер, расстрелял их. Ну, это просто на опыте. Ти-ти-ти-ти-ти. Это просто на опыте я их со спины, с горы порастреливал. Что ты такое, жрать хочешь? Ну, это, слушай, там вот, баску, к примеру, хлебушек. Не зря ж я все рябчик покупаю. Ой, да что ж ты будешь делать? Одни аномалии здесь.
Ну, короче, опять Сидорич эту фигню загнал, потому что почти 50 килограмм на себе тащить, это, конечно, скажем так, хабара набрал. И заодно посмотрим, что там на чердаке. Бежать будем. Вот. Вот же, а. Ну, слупи энергетика. Погнали. Насколько это возможно. Опа-па. А, вот эти вороны. Я читал о вас книжку. Это не вороны, это собаки. А чего здесь... А чё вы на аномалии, вам ничего не происходит, да? Блять, эти кабаны еще бегут за мной. Тоже все, тоже крякнул. А вот тот не крякнул. Беги себе с боком. Хорошо, что у меня хоть патрон... Патронов почти 1500 на пистолет. Того же тут не было, что за хрень? Или я не туда бегу просто? Наверное, я просто не туда пошел. Ну да, там же тут рюкзак. Не, я пока в деревню бегу. Рюкзак будет потом. Потом, а че? О, а это что? Ну, этот не был. Вроде как. Посмотрим, что здесь такое интересненькое можно порыться. Вот тут прям все в аномалиях, я смотрю, да? Есть, зачем бежать-то вообще? Ящики какие там есть, стоит ли попробовать зайти? Мне как бы сюда вообще не надо. Прикинь, в следующий раз на ее месте можешь быть ты. Короче, понятно. После аномалии будь предельно внимателен. Слышишь звук детектора, берешь болты и бросаешь перед собой. Все, до связи. Так, ну, хочу сюда пролезть. Как я понял, выпрыгнуть-то я выпрыгну. А вот убегать придется. Еще, блядь, не открывается, что ли? Серьезно? Нахуй мне этот... факт бестолковый. Я думал ящики полутать, блин. Теперь выбираться туда буду полчаса. Да все, все. Да понял. Ну туда, конечно же, не запрыгнем. Ну, да. Сюда не запрыгнем. Короче, я предлагаю что сделать, ребята. Ах, на бутылку водки и рано. Вот и все. Так, я еще это завтра как бы лазить. Так. Вот тут это аномалия, да? Где здесь рюкзак? Я прям на месте почти. Или я в глаза долблюсь? Тихо-тихо, кабан. Я не хотел стрелять, но ты меня вынудил. Жопа меня пожарила. Рюкзака я так и не вижу. Да, и где? А что где-то на дереве, блядь, висит. Еще раз про него почитаем.
Вот уже на месте. Недалеко от лагеря новичков сгинул какой-то сталкер. Надо бы посмотреть его добро. Ну, во-первых, я здесь не вижу трупа этого сталкера. Как сложно. Прочие побежали к Силер еще продаваться. А, блин, ну случайно, ну что ты? Что у вас тут поразводилось? Может, так вроде не было. Вообще туда, Сергей. Нет, наверное, сразу к Сидоровичу пойду. Тут на чердаке хабар. Не на этом, наверное, на том. Не заново доставать. Рыбовать. Вот мне просто столько много не надо, то что у меня уже по два штуки, я, наверное, пока скинусь, что потом найду. Вот так. У тебя патроны, короче. Я у тебя патроны, наверное, все заберу, что у тебя есть. Деньги это мне позволяют этот день. Позволяют. Энергетику. И тушенку. И вот эту штуку одну. Ой, ну на тебе еще ружье, это не надо. Неплохо. Хорошо. Вот так бы всегда. Что, досягули? Я теперь могу бегать. Так. Ого. Вот это ты фонарь модно одел. Такой ты шо, мотнячий пацан. Так, я понял уже. Я уже прочитал. Это как открыл книгу этот тайник. Чик-чик-чик. Опа. Блять, упал. Перс. А тут из-за дерева выходит пара сталкеров. Ну чё ты разорался? А он к ним. Пацаны, ой, пацаны, выручайте, пожалуйста. Пацаны. Ну еще погода такая мерзкая началась. А вот, блять, можно. Прочитал один. Можно было, блять, по лестнице спокойно подняться, походу. Ты гляди, как тут так сразу. Да. Пацаны, выручайте, пожалуйста. А как на свалке так сучат прилы? А посмешнее, ничего в запасе нет. Знать бы раньше, что столько таскать. Может, ну вот аж на саму крышу подняться. Весит все это дело дофига. Я тогда на дерево забрался. Так, мне просто мешало то, что я... О, я отошел. Нашел на чердаке отличный тайник. Подожду, пока кто-то туда что-то положит. На каком чердаке, если тут уже что развалено, нафиг. Вот такие вот, в общем, дела. С вами был Рос, это был канал Ролик Гейм Онлайн. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии. Надеюсь, YouTube перестанет болеть, и у меня все получится, или это просто премодерация, не знаю. В общем, всем пока и до скорых встреч.